Якутяне продолжают рисковать своей жизнью. Инспекторы ГИМС провели сегодня рейд по безопасности на льду. Сотрудники зафиксировали десятки нарушителей, которые пересекают реку Лену между Хатасами и Нижним Бестяхом пешком. Прочность льда в это время года обманчива. Он имеет рыхлую консистенцию, и такие переходы представляют большую опасность для жизни людей, говорят инспекторы. Так, в Татинском районе накануне на одном из озер провалился автомобиль с прицепом. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, по словам инспекторов, такие первопроходцы, как пешие, так и за рулем, провоцируют других водителей. Лед в это время года небезопасен, он непрочный. И определить его визуально в настоящее время не представляется возможным в связи с выпадением больших осадков. Поэтому, граждане, не выходите на неокрепший лед. Безопасным считается лед с голубоватым или зеленоватым оттенком. В настоящее время он прозрачный, и прочность его снижена в 2 раза. Поэтому существует сезонный риск провалов людей и автотранспорта под лед.